Работники Министерства лесного хозяйства и школьники приехали в заказник «Чистые луга». Не на пикник. Ребята из поселка Присань-Берсут стали участниками экологической акции «Покормите птиц зимой». Сотрудники соорудили и развесили кормушки, оставив солидный запас провизии. Ведь пернатых здесь много. Потому всех призывают присоединиться к доброму делу. Хотя до весны совсем немного, добыть пропитание птахам из-за снега весьма непросто.